Наступила долгожданная весна. На градусниках плюсовая температура. Люди все чаще стали выходить на прогулки, наслаждаясь потеплением. Информацию о предстоящей погоде узнавал наш корреспондент. Весна наконец-то заняла свои позиции, земля понемногу отмерзает. Посетив Казгидромет, мы решили узнать у синоптиков погоду на предстоящую неделю. В течение недели ожидается преимущественно без осадков, местами туманы по области. Днем 6 марта по югу области под влиянием ложбины антициклона у нас ожидаются дождь, усиление ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 0,5 тепла до 3 мороза 2 тепла. 5 же апреля от 20 до 25 тепла. Затем ожидается понижение температуры воздуха до 7-12 тепла. К концу недели ожидается потепление от 10 до 15, на юге области до 18 тепла. Также Мухаммед Бактыбай пояснил, что следует ожидать холодный дождь и, возможно, небольшой град, который практически сразу растает. Артур Поляков, Алексей Мехедов, Иртыш Акпарат.